Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку, Санкт-Петербургу, знакомиться с разными домами. Правда, 13. Архитекторы померанцев. Год постройки 1898-1901. Стиль неорусский. Училищный совет Синода. Церковь Святого Александра Невского. 1901. Архитектор померанцев Александр Никонорович. Университет кино и телевидения. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Комплекс был построен в 1898-1901 годах как образцовая церковно-приходская школа с храмом в память императора Александра III. Церковь носила имя великого князя Александра Невского. Здесь же разместился училищный совет Синода, созданный в 1885 году для управления приходскими школами. И синодальная типография. Я беру данные с сайта сетевого. Церковь Святого Александра Невского. Тегловый храм в русском стиле был построен по проекту Померанцева. Строителем был Таборовск. Фасады облицованы желтым радомским песчаником. Стены украшены мозаичными вставками. Церковь была частично разрушена в 1947-1948 годах. Над входом располагалась большая мозаика «Христос, благословляющий детей», выполненная в мастерской Фролова. Выдержанный русский стиль храма во имя святого Александра Невского производит на глаз приятное впечатление. Фасад храма, выходящий на Кабинетскую улицу, украшен инициалами императора Александра III. Наружно-орнаментные украшения исполнены майоликой и, несмотря на довольно яркость красок, не делают пестроты, трудно избегаемые при подобных работах. Особое внимание обращает на себя образа, находящиеся на фасаде, исполненные по эскизам академика Новоскольцева в мозаичной мастерской Фролова. Старожилы рассказывают историю о том, как много раз большевики закрашивали образ на фасаде здания. Но он проступал снова и снова, пока его не заделали железными листами. Панно площадью 55 квадратных метров имеет размеры 6,6 на 8,4 метра. 12 мая 2015 года мозаика осветили. В 1117 училищный совет при Святейшем Синоде. В 1118 здание передано Институту фотографии и фототехники. 2009 университет государственный Санкт-Петербургский кино и телевидение. В 2014 переименовали Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, на здание. Все, всем пока, всем привет. Я пользуюсь сайтом City Волос, данными с этого сайта. Пока-пока, до свидания.